быстро забиваешься в таком темпе. Как-то так, ребят. Так, ребят, приветствую вас на моем канале. Сейчас будем пробовать подтягивать на турнике нон-стопом. То есть за один подход нужно сделать максимальное количество подтягиваний на турнике без остановок. Если остановился, все, счет дальше не считается. Посмотрим, сколько сделаю. Думаю, в районе 20 подтягиваний точно осилю. Может, 25. Но опять же, по технике нужно будет соблюдать. Не прям строго, конечно, но самое главное, чтобы руки разгибались внизу полностью. Ну и да, по подбородок за перекладину. Кстати, я попробовал этот челлендж в отжиманиях на брусьях. Кому интересно, смотрите предыдущий ролик, сколько я там сделал. Погнали, ребят, подтягивания. Два повторения. Блин, честно, слабый результат, слабый. Ну, в подтягиваниях как-то тяжелее вот это контролировать остановочку. Кажется, вот я сделал 20, уже хотел остановиться, сделать паузу, чуть отдохнуть. Но потом понял, что паузу делать нельзя. Начал добивать. Быстро забиваешься в таком темпе. Но тоже интересная тема. Вот. Как-то так, ребят. 22 повторения. Пробуйте, пишите, сколько сделали вы в комментариях. Спасибо за просмотр. Делитесь этим роликом с вашим другом, чтобы он также становился мощным и сильным вместе с нами. Все, давайте, всем удачи.